Доброе-доброе время, друзья! С вами на связи Елена. Дождалась я этого дня, когда можно было выйти на улицу погулять. 5 дней у нас шел дождь в Анталии. Вот сегодня суббота, вышла прогуляться. И то вот небо, смотрите, оно прямо не сильно голубое. Облака есть. Завтра обещают опять небольшие дожди. Ну, небольшой дождик. Вот, пока вот такая погода, я вышла в парк, вот гуляю, народу очень много, потому что все дома сидели в дождь, да, кто на работе там сидел, ну, на улице почти никого не было, вот, шли дожди, а сегодня такая прекрасная погода, я в одном кардигане, значит, и мне тепло, не холодно, ну, градусов, наверное, 16-17, 18, где-то вот так. Ну, очень тепло, солнце светит не очень ярко, но тепло, и нету дождя, и это такая великолепная погода. Сидят там пожилые люди, греются на солнышке. Я вот рядом стою и снимаю. Очень много русскоязычных людей, иду и слышу прямо вот, ну, свой язык слышу, на котором я понимаю, да, иду. И так хорошо, когда слышишь свой язык знакомый. Вот. Вот такая вот погодка. Вот такие вот пальмы, вот такое вот небо с облаками. Может быть, завтра не будет дождя, но синоптики пишут, что будут дожди опять. Правда, небольшие, но будут немножечко. Сегодня 14 января. Вот записала вот ролик, как я гуляю в парке. Куда мои глаза направлены? Конечно, к морю, к зелени. Вот, обожаю вот эту всю природу, обожаю это все. С радостью бежала на прогулку. Муж на работе. Предупредила, что я пойду прогуляюсь где-то часик. Потом пойду в магазин и домой. Вот такая красота вокруг меня. Вот. Вот свободное время, пошла прогулялась. А еще свободное время я обучаюсь в Академии Успеха Вместе. В 17:00 по московскому времени я буду на презентации. Каждый день у нас ежедневно проходят презентации, 2 раза в неделю тренинги. И на тренингах бывают розыгрыши, люди выигрывают деньги. Вот. 15 января будет крутой тренинг, запуск нового проекта Success Together, новой компании, нового интернет-магазина. Вот. Будет выступать владелец корпорации Success Together. Владелец Андрей Артурович Шаура, это такой добрейший человек, делает все для людей. Не зря называется благотворительная Академия Успеха Вместе, потому что он действительно занимается благотворительностью. Он очень богатый, он уже миллиардер. Вы думаете, он миллиардер, ну, обычный миллиардер, да, занимается там, ну, бизнес у него идет там своим ходом, как сказать. Можно сказать, ну, там у него есть подчиненные, да, он только как бы там подписывает бумажки, ну, так руководит, и то так на расстоянии, вот. А у нас миллиардер, да, миллиардер, он действующий, он с людьми постоянно, он постоянно на связи, он проводит тренинги, он договаривается, короче, и тем более сейчас новая компания, и вот у него каждый день переговоры, и днем, и ночью, и днем, и ночью, он почти не спит. И благодаря клеточному питанию, которое он, можно сказать, по его предложению, по его желанию сделали клеточное питание, да, по его заказу ученые создали клеточное питание, вот, и он избавился от аллергии с астмой, значит, победил болезнь, победил бедность, вот. Теперь он у нас миллиардер, и вот он близко к народу. Вот, и он бы мог все бросить и жить себе припеваючи, но нет. Он как бы, его миссия приносить пользу людям, к
каждый день он приносит пользу людям. Каждый день люди знакомятся с новыми продуктами клеточного питания, с новыми технологиями, да, которые, можно сказать, создал наш Андрей Артурович по его заказу. И люди каждый день оздоравливаются, каждый день побеждают болезни хронические, да, у кого какие там недуги были по здоровью, какие проблемы. Все это они решили, представляете, благодаря вот Академии «Успех вместе» и клеточному питанию, новым технологиям, новым космическим технологиям, которые создал наш наставник, владелец Success Together. Он еще основатель и президент Академии «Успех вместе». Это обучающая система, где мы обучаемся, как вести бизнес в одном телефоне. Вот. И я домохозяйка, вот, в свободное время иду гулять, например, да, вот в парк, еще куда. Дышать воздухом и еще уделяю время Академии «Успех вместе». У меня муж на работе, я домохозяйка, сижу целыми днями дома, мне очень скучно, и поэтому сначала это было хобби, а сейчас я вот занялась вот по-серьезному. Вот каждый день посещаю презентации, два раза в неделю в тренинги. У меня есть уже партнеры свои, мы вот строим бизнес по всему миру. Академия «Успех вместе» – это международная система. У нас трудятся люди с разных стран мира, разных профессий, разных национальностей. Академия «Успех вместе» открыта для всех ежедневно. Только заходите, обучайтесь бесплатно, потому что Академия «Успех вместе» благотворительная. Вот, вот я гуляю, вот кораблики там плывут, да, и я наслаждаюсь всем этим видом и делюсь с вами, чтобы вы почувствовали тепло, тепло Санталии, Турции. Наверное, кто-то часто ездит в Турцию отдыхать. Вот сегодня же говорю, много русскоязычных я слышу, раньше такого не было, было мало. Особенно в январь, февраль мало было туристов. Вот. Сегодня прям очень много я слышу. Вижу молодые пары, там бабушки, дедушки, ну, очень много. И очень приятно слышать родной язык свой. Вот. Итак, друзья, всем хорошего дня и отличного настроения. Пусть будет у вас все хорошо, чтобы все ваши желания и мечты сбывались. Успеха вам, удачи во всех ваших начинаниях, а главное – здоровье. Приходите к нам в Академию, присоединяйтесь, обучайтесь на благотворительной основе. Академия «Успех вместе» несет миссию добра, несет пользу людям, здоровье и чтобы вы улучшили материальное свое положение. У кого кредиты, у кого там кто-то хочет машину, кто-то хочет квартиру, пожалуйста, присоединяйтесь. Только нельзя, не надо лениться, здесь нужно трудиться. А как трудиться, вам здесь расскажут на презентации. И менеджер вам будет подсказывать, вести вас за руку. Если вы ко мне обратитесь, то буду менеджером я у вас. И буду вам давать подсказки, как трудиться, как чего. В общем, здесь мы команда. Вот. Ну все, всего вам хорошего. Хорошего вам дня, хорошего вам вечера и всех земных благ, всего-всего самого-самого хорошего. А главное, чтобы было крепкое здоровье, мира и добра.